Синхронные движения, одновременные плавные перестроения во время танца. Хоровод под музыку подмосковных вечеров Инна Нуждина поставила в стиле легендарной березки. Особенность этого танца в том, что во время исполнения нужно держать спину прямо. Двигаются только ноги и руки. Руки, допустим, медленно ходят, а ноги быстро. Очень быстрые мелкие шаги на полупальцах. Ну и еще самый секрет этого танца в том, что в этих сарафанах обручи вставлены. Еще один из важных элементов этого танца – реквизит. Народные костюмы стилизованы под хохлому, а воздушные пелерины создают эффект легкости и невесомости. Все репетиции хоровода проходят только в костюмах. Девушки учатся работать с непривычным реквизитом и отрабатывают каждое движение, чтобы не задевать друг друга и не ломать рисунок танца. Отрабатываем, куда взгляд у людей направлен. Если хоть один человек отвернулся, кокошник повернулся в другой плоскости, вообще уже не тот эффект. То же самое с руками. Хоть у одного рука чуть ниже или чуть выше, уже нету вот этих чистых линий и вот этой именно красоты хороводной. Плавное перемещение во время танца участники жюри сравнили с движением на колесах. Под длинным сарафаном не видно, как двигаются ноги, но для нашего канала солистки сделали исключение и показали, как достигается эффект плавных перемещений. На самом деле поначалу было очень тяжело, потому что непривычно, и мы очень уставали, а потом мы натренировались и сейчас спокойно так ходим. Хореографический коллектив «Гела» на фестивале детского и юношеского творчества «Мы дети твоей России» трижды стал лауреатом первой степени в народном, современном и сольном танце. Ксения Житкова представляла на фестивале сольную композицию. Это была премьера танца, и девушка не рассчитывала на такой успех. Это всегда волнительно. Прям стояла за кулисами. Ух. Ну, очень быстро номер проходит. Когда особенно быстро включаешься в номер, так все незаметно, быстро проходит. Я вот уходила со сцены прям счастливая, довольная. Из 5 номеров, представленных на конкурсе, 3 были отмечены как лучшие в своих номинациях. К тому же танцевальный коллектив «Гела» удостоился специального приза. Участницы получили приглашение на международный конкурс хореографии X-Dance в Македонии. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.